Писательский тандем. Соловьев – Злобин. О тандеме власти. Путин – Медведев. Что дальше? Этот и другие вопросы сегодня встанут перед российским журналистом, радиоведущим, популярным писателем-публицистом Владимиром Соловьевым. Дамы и господа, встречайте, Владимир Соловьев! Здравствуйте, товарищи. Злобин хотел тоже прийти, я ему запретил. Отчего? Я ему сказал, что нельзя, это у нас будет больше, чем читатели, это опасно. А главное, говорю, придешь еще отдельно, может, чуть больше продашь. А то некогда самые читаемые нации на Земле, произошел какой-то страшный сдвиг, стали читать меньше. Что очень печально. Нет, он не опасный. Нет, договаривай, что он просто не придет. Он в России, но... Потом как-нибудь с ним сделаем отдельную встречу. Я понимаю, что всегда довольно глупо рассказывать о книге, хотя она уже некоторое время на рынке, потому что если можно ответить на вопрос, о чем эта книга, задается тогда другой вопрос, зачем мне столько страниц. Поэтому, когда люди спрашивают, ну и что дальше-то? Книгу прочитайте, там множество ответов. Книга вызвала очень бурную реакцию у ряда российских политических деятелей, в частности, Владимира Вольфовича Жириновского, он даже написал большое письмо, которому сказал, что книга его потрясла, страшно потрясла. При этом он удивил меня тем, что было ясно, что он ее реально прочитал сам, потому что говорил, вот у вас на этой странице опечатка и на этой странице опечатка. Что значит, что человек читал. Сразу вспоминается классическая история, которую Александр Николаевич Яковлев рассказал, когда он работал в архивах по поводу сталинского наследия. Они говорят, что вот возмущались, что на стихотворение Мандельштама лично Сталин написал в лагеря, подумал и добавил, так тот, кто хоть сам читал, а нынешний, имею в виду Горбачева, и читать-то не умеет. Что достаточно жестоко, но справедливо. Книгу, которую мы написали, ее читать легко, но несколько, не могу сказать, что грустно. Она умная, то есть она очень жесткая, предельно жесткая. Наверное, потому что мы, когда ее писали с Колей, вообще там искры летели. У нас с Колей на очень многие вещи очень сильно различаются взгляды. И выглядело так. Мы с ним надиктовывали, это был такой спор, что диктофон плавился. И потом мы просто уже читали расшифровку и ее правили. При этом специально не сделали так, что вот здесь говорит Соловьев, здесь говорит Злобин. Нет, пытались это выстроить в некое единое, чтобы если расстреляли, то сразу двоих. Такая ответственность специфическая. И мы рассматриваем разные варианты развития событий, потому что я уверен, что такой вот конкретной предопределенности нет, но всегда можно, говоря о будущем, четко осознать, какие есть варианты. То есть мы понимаем, какое теоретическое будущее возможно. Этих вариантов не так много. И мы все очень подробно с Колей рассматриваем, включая те опасности, которые стоят перед Россией, в частности, ее полного развала. На отдельной территории, отделение Ленинграда, Кавказа, Дальнего Востока. То есть худший вариант тут. И вежливо понимаем, где мы сейчас находимся. Но на это есть много злых шуток. Но я думаю, что никого иллюзий, по крайней мере, о месте нахождения не возникает. Если у вас есть вопросы, я с радостью на них отвечу. Могу и без радости, но все равно отвечу. Так что не стесняйтесь, задавайте. Если нет, могу перейти к радостной фазе подписания. Говорить могу долго, это часть моей профессии. В книге многие вещи, которых нигде нет, и никогда вы не читали, и вряд ли о них рассказывают. Но в частности, например, известнейшая фраза, после которой Николай рассказывает, как он задал вопрос сначала Путину, потом Медведеву, 2012, то есть кто пойдет на выборы. Так очень подробно, с чувством, с толком, расстановкой Коля это рассказывал, это дико нравилось. Но здесь несколько моих давних приятелей, они поэтому уже слышали эту историю, для остальных я расскажу. Николай, когда осмелел, спросил Путина, мол, Владимир Владимирович, а на президентские выборы пойдете 2012? Он дал ответ, что ну почему же нет, здесь народ. На следующий день Коля звонок из администрации. Николай, вот... Не могли бы этот вопрос задать на встрече с Дмитрием Анатольевичем? Говорит, ну не знаю, но я подумаю, ну хорошо, ну так и будет. Начинается встреча, уже все проговорили,
Злобин молчит. Под конец Дмитрий Анатольевич Барышев говорит: я знаю, что у Николая есть вопрос. И Злобин: а вот как вы считаете, вот изменение течения Гольфстрима приведет к столь глобальным климатическим катаклизмам, что урожай в Эфиопии пшеницы не дозреет все-таки? В 2012 году. Она говорит: спасибо, Николай, за вопрос, я понимаю, что вас интересует проблема 2012. Да, на выборах. Я говорю: Коля, объясни мне, а чё ты вот так вот? Не мог просто прямо сказать: ну подожди, я думаю, как-то неловко, нехорошо, как-то сложно. Коля, ну, прощей надо быть. Попросили, задай вопрос и не выпендривайся, все равно никуда не денешься. Ну вот так мы с Колей примерно и беседовали. При этом он страшно увлечен, он видит во всем нереальные, гениальные проявления происходящего вокруг, чего не видит окружающий. Мне приходится говорить: Коля, ты сошел с ума, ничего такого в жизни нет, проснись. Как нет? А он же привык анализировать, как американские политологи, которые брали трибуну Мавзолея в советское время, и в миллиметрах измеряли положение каждого действующего лица. И если это изменялось на следующий фотографии, говорят: о, опало. Приблизился. Коля примерно так же анализировал. Поэтому там постоянно Кирилл Макман объяснял, что все на самом деле у нас не так, и власть работает по-другому, и смыслы совсем иные. Понимаю. Так что в книге есть все про тайные смыслы, много про наших министров, мало хорошего. Много про наше образование, хорошего вообще ничего нет. Мы приглашаем вас к диалогу. Если есть вопрос, поднимайте руку, с удовольствием подойдем, вы сможете задать его. Не смогли бы вы дать вашу визитку, визитку вашего менее известного журналиста Бориса Минаева? Вот так вот, вопрос по теме. Во-первых, Сергей Минаев. Я даже не знаю, кто это такой. Слушайте, знаете, журналистов пару миллионов. Нет, и у меня нет визитки. Вы же хотели письмо Путину. Нет, вы Путину хотели письмо написать? А, ну так, слава богу. Нет, визитки у меня нет. В моей профессии вообще с визитками тяжело. Что там, знаете, великолепная визитка была у дяди Миши Танича, к сожалению, на непокойном. Там был изображен профиль Пушкина, вот этот известный, и номер телефона, и ни одного слова. Но мне нравятся визитки, которые мне дают некоторые люди, на которых написано: артист, режиссер, доктор наук, академик, академик. Ну так, миллион, имя ярче человек не знает. То есть ни разу о нем слышал, потому что вау. Место для фамилии не остается. Директор вселенной, да, такой. Владимир, у вас вопрос. У меня точно. Вы сами тёзки. Владимир Владимирович. Зеленоград. Но я не Владимирович, не старший. Да, я знаю. Зеленоград. Московский институт электронной техники. Вот плохо, знаете, книг-то почти что-то не бывает у нас. Поэтому вот я совершенно случайно еще неделю назад не прибежал, чтобы... Ну, не это главное, это меня не интересует. У меня два традиционных вопроса. Первый все-таки я задам. С телевидением. Понимаете, ведь я же даже не включаю сейчас телевизор. Ну, это же ужасно. Ну, я так скажу. Это один вопрос. Во-первых, сейчас как раз время, когда надо включать телевидение, футбол показывают. Да, особенно Аргентина, как говорится. Ну, да, то есть хоть что-то есть. Да. Хотя, конечно, дико унылый матч в Словении. Я просто поразил, то есть вот уныло до потери сознания. Телевидение посмотрим, я в любой момент готов, получится или нет, узнаем в сентябре, в августе. Разговоры все время какие-то идут, но реально в нашей стране загадывать бесполезно. И второй вопрос, все-таки как-то с вами связаться, чтобы встреча с нашими... Это у меня на сайте сентябрь. Есть, это можно через блог, там мне написать, у меня есть боец такой, Табриз, его телефон есть. У меня прям на блок выходит, там написано «Каприза», с ним можно связаться, он все организует. К студентам езжу, денег за это не беру, удовольствие от этого получаю. Разберемся. Нет, в этом плане все хорошо. Еще один вопрос. Книга написана до конфликта со сложными. А у нас нет никакого конфликта со сложными. Серебряный заждет. Да что, мы с ним постоянно так ругаемся. Нет, это я выстраиваю Колю, потому что он и на другие радиостанции пошел, на 40 минут опоздал. Говорит: Коля, ну, в себя приди. Ну, я вот там, Коля. Нет же никакой проблемы. Если опаздываешь, позвони, ты же ради, я тебя выведу по телефону. Но когда ты исчезаешь, для эфира это беда, один. Там сразу возникает непонятная пауза, ты же не знаешь, как эти паузы держать.